Безопасность на дорогах Ноябрьска сегодня обсуждали в администрации города. В заседании приняли участие первый замглавы администрации Андрей Костяненко, начальник госавтоинспекции Ноябрьска Сергей Шевцов и представители городских автотранспортных предприятий. Основное внимание было уделено детскому травматизму. Главный госавтоинспектор отметил, сейчас ситуация стабилизировалась. Показатель снизился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ДТП пострадали 2 несовершеннолетних. При этом в авариях на ноябрьских дорогах погибло на 1 человека больше, чем за тот же период 2012 года. В завершении встречи Андрей Костяненко отметил, что ситуация с разбитой дорогой на 3-м проезде промзоны, на который постоянно жалуются жители нашего города, в скором будущем будет решена. Проект реконструкции дорожного полотна уже разработан. Планируется, что документ пройдет все стадии проверки до конца этого года.